Всем привет. Сейчас я покажу вам, как можно сделать корректно 360 стерео или full дом, как вам удобней. Для начала добавляем камеру 360 версии 2. При этом у вас должен быть активирован Ray Tracing. Мы можем в целом любую камеру добавить, то есть на самом деле не имеет значения. Так, Cinema Camera Actor. Выровняем соотношение сторон 1 к 1 и 90 градусов. Так, далее переходим, выбираем нашу камеру 360 версии 2 и выбираем режим 360 стерео. Применить, рекомпилировать. Ждем компиляцию шейдеров. Да, как видите, здесь у нас произошла полная рекомпиляция, поэтому все, что остается, это ждать компиляцию шейдеров. Но пока я вам покажу пример 360 стерео. Для начала уберем Constraint Aspect Ratio, то есть тогда вы сможете делать изображение по нужному размеру. Если использовать Constraint Aspect Ratio, то у вас получается квадратная форма 1 к 1. Так, хорошо. Вы можете сделать рендеринг с помощью Sequencer или Movie Render, но сделаю я быстрый такой рендер с помощью системы High-Res Shot. Добавляем Samples for Pixel, то есть это идет задержка, чтобы чистое изображение получилось. Мы используем задержку. Итак, проверяем наше изображение. Что у нас получается? Смотрим на эту часть. Получается правый глаз, левый глаз, правый глаз, левый глаз. То есть вы получаете идеальное 360 стерео. Если вы оденете VR-очки, то вы это увидите. Игровой режим включим, чтобы убрать лишние
лишний интерфейс. И попробуем еще одно изображение. Это уже повернутое в другую сторону. Это также показывает, что 360 стерео работает корректно и в любом направлении камеры. Просматриваем. Как видите, это правый глаз, это левый глаз. Правый, левый, правый, левый. Все видео у нас отображается корректно. То есть корректно 360 стерео. В целом урок небольшой. Это относится к режиму также Full Dome Stereo.